мій Трофанкін друг мой Светик, ты послушай, старішка, а никакой грамматик и ни арифметик не нужны твоей башка. И зачем привез царь Петр для навоз одеколонь, как это по-русски будет донор-ветер, попу-гармонь, этот корм не в этот конь. Прошипёшь и так отлично, будешь с места брать галоп. Матушка Россия, голова излишня, был бы только крепкий лоб. А зачем вам Аристотель, от него тоска и скук? Как это по-русски будет дом Копфтойфель, этот кусь свинья не друг. Ваша страна особый случай, разобраться мудрено. Кто у вас ушитель, кто обычный кучер, или это все одно? Как приятно чужестранцу получать у вас приют. Как это по-русски будет «Эйн он цванцих», был бы щея и есть хомут. Ба-па-па-ра-та-та-дря-ра-та-та-дря-бам-бам-бам-дря-та-та-рам-та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